Всем привет, с вами Кирикик, и сегодня я продолжу играть в Undertale. Так, я остановился на грядущей битве с Undyne. Как героическая музыка. Ну вот и все. Больше не убежишь. Иди сюда. Воу. Защищайся. Окей. Undyne атакует. Как офигенно. Так, допустим, что мы можем сделать? Бросить вызов, умолять. Если мы будем умолять, то это будет как-то не очень, не... Давайте бросим вызов. Просто... О, кажется... Стоп, а что за снаряды? Пока зеленый, я не могу бежать. Если ты научишься встречать опасность лицом к лицу, ты не выстоишь против меня и секунды. Окей. Вы говорите, Undyne, что ее атаки слишком просты. Снаряды стали быстрее. Неплохо. Да это же было легко. Тупо в один ряд. Оу. Буду знать. То есть теперь не красная, типа, можно двигаться по всему полю, а теперь уже придется стрелочками указывать направление. Окей. Ага, типа показывает, я сейчас сдохну. Ну что ж. Давайте попробуем умолять. Да что, просто хотите подружиться, она кого-то вспоминает. Ее атаки стали не такими экстремальными. О, здорово. Уф, натренировался. Undyne проводит пальцем поперек шеи. Давайте умолять ее. Ага. Ой. Не успел. Там уже была сюжетка. Ладно, пропускать больше не буду. Умолять. Атаки своими экстремальными. Я не позволю тебе отнять его у нас. А, свет, то есть? Ой, ой, ой. Ух. Кажется, нифига не это, не замедляются. Надо умолять. Ее атаки стали не такими экстремальными. А, хватит разогреваться. А уж нет, нет уж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. О. Вовремя. Так, мы пощадить ее пока что не можем. Терпеливо вертит свое копье. Undyne, оценить. Undyne. Героиня, которая никогда не сдается. Тех ты, а ты силен. Ой. Стоп. Бежать. А чё, так можно? Давайте сперва пощадить попробуем. Ой. Кажется, не сработало. Блин, мы ж теперь не сможем бежать. Надо было раньше убегать. Фух. Аж пальцы пульсируют. Ладно. Давайте будем ее умолять. Если честно, убить тебе сейчас это акт милосердия. Ой. О. Фух. Это жесть. Подружная. У меня дофига доброжного, поэтому... Она такой же сладкая, как я. Здорово.
Ой. Возвышается угрожающе, умолять. Говорит, я знаю, что вы хотите сражаться, но ничего не происходит. Блин. Теперь-то хоть быть таким чертовски живучим. О! О! Фух. Окей, давайте попробуем сбежать. Ой. Бежим. Быстрее. Блин. Ты убежал от меня в последний раз. Окей, ну... Я понял, что лучше не убивать их. Все. Никогда не буду убивать. Умоляйте, вы говорите, Андайм, что не хотите сражаться, но ничего не происходит. Ладно. Алексис говорила, что люди решительные. Да, я решительный. О. Понял. Андайн бросает с прогиба огромные валуны. Просто потому, что может. Магиот умеет, практикует. Так. Окей, доброжная. Теперь я вижу, что она имела в виду. Ох. Ой. А, это... Это обратное, понял. Нетерпеливо прыгает. Как это должно выглядеть, типа, нетерпеливо прыгать? Окей. Вы говорите, Андайн, что не хотите сражаться, но ничего не происходит. Бесполезно. Муда, муда. Но я тоже решить... Ой. Ой. Ну, думаю, это не так сложно, как думается. Андайн. Давайте бросим вызов, раз так. Ага. Я решительно положу этому конец прямо сейчас. Ой. Ой. Тихо. Реакция. Смотрите, я без тренировал. Так, умолять не получится. Бросаем вызов. Прямо сейчас. Да-да-да-да. Ой. Ой-ой-ой. Тихо. Блин. Прямо сейчас. Ой. Вот это скорость. Ха-ха. Что смешного? Не смешно, понимаешь? Стоп, Андайн, это же женщина, типа, да? Да, девушка вроде. Рыба, что ли? Рыбёха. Как говорит Андайн, что ее атаки слишком просты. Снаряды стали быстрее. Арк, сдохни уже. Ты, мелкая отродье. Ой. О, в маятник вошел. Тихо. Ой. Все-таки поймал. Так. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Чё дальше? Хватит убегать от меня. Ага. Эй, даём по... Кто ещё? Привет, чем занимаешься? Я просто подумал. Ты, я и Андайн должны как-нибудь вместе потусить. Я думал, вы с ней стали бы лучшими друзьями. Давай встретимся у нее дома попозже. А где у нее дом? Беги! Беги, беги! Санек. Вернись сюда, ты маленький засранец. Даем по... побегу. Ой. Ага. Броня такая горячая, но я не могу сдаться.
изнасиловалась саму себя. Би-би-би. Ей, похоже, нужна вода. Так, ну, тут акт милосердия, поэтому... На. Полил водичкой. Ой-ой. Кажется, зря я это сделал. Не надо, а, тетенька. Вот так просто ушла, ну ладно. О-о-о. Сейвка. Ну-ка, ну-ка. Извини. Андрейн типа сказал, что где-то тут... Точняк, бродит человек. Так что, типа, мы, королевские стражи, преграждаем путь к лифтам. Хоть лифты все равно не работают, мы выложимся на полную, мисс Андайн. А это ничего скажет. Что? Только и что? Так, что у нас внизу? Ух ты! Тра-ла-ла. Я лодочник. Или лодочница. Не так уж это и важно. Оу. Ладно. Люблю плавать на своей лодочке. Не желаешь присоединиться? Поплыть на лодке. А куда можно поплыть? Хм. Ну разве что доброженное купить. Нет, я передумал. Ну, поехали в водопаде. Потом обратно приеду. А, это типа переходы между локациями. Ну, неплохо. Тра-ла-ла, трилили, трилили. Окей. Приходи еще. Тра-ла-ла. Тра-ла-ла. А, это то самое место. Ну, здравствуй. У меня есть еще интересный хлам на продажу. Окей. Крабовое яблоко. Выглядит как краб. Морской чай. Скорость бою повышается. Ну, давайте купим морской чай. Почему бы, собственно, и нет. Ва-ха-ха. Стоп, рваная тетрадь. Неуязвимость дольше. 55 монет. Значки, неуязвимость дольше. Неуязвимость дольше. Да уж, но мне как бы места нет, а продать ему ничего не смогу. Окей. Придется выживать кое-как, кстати. Окей. Сложим кусочек снеговика. Главное не забыть. А, кстати, пойдемте-ка купим эту тетрадь. Так, модные очки. Броня. Броня 5. В инвентаре нет места. Окей. Сейчас глянем, как это будет. Типа, статус. Мужицкая бандана. Окей. Инфо. Окей. О, неплохо. Вот это мне надо. Очки вы экипировали очки. Так, давайте-ка глянем, что делает мужицкая бандана. Бандана довольно поношена. Не нарисованы кубики пресса. А, она ничего не делает, тупо защита.
Ну ладно. Давайте сложим ее сюда. И пойдем купим тетрадку. Здорово. Здраво, здоровенько, здравище. Так, погнали, узнаем, что делает рваная тетрадь. А, там она то же самое, в принципе, делает. Грубая перчатка что делает? Грубая перчатка, изношенная перчатка из розовой кожи. Для пятипалых созданий. Окей, она ничего особого не делает. Только наносит урон. Пойдемте у него еще крабовое яблоко. А, ну это по 18 УЗ, ну нет, давайте тогда возьмем чай. Я думал, крабовый чай. Ладно. Тра-ла-ла, хочешь прокатиться? Ну да, куда мы сегодня направимся? Жарко-зимнее, вот как раз нам туда и надо. Тогда мы отчаливаем. Опа. Раньше лодка вроде плыла, сейчас она бегает. Тра-ла-ла, деревня Темми находится перед комнатой с гаснущими фонарями. Ну, это я знаю, я, если честно, немного был удивлен. Так. Приходи еще, тра-ла-ла. Окей, приду. Как-нибудь еще. Давайте еще раз сохранимся. Наполнитесь решимостью. Все, все, все. Погнали. Лаборатория типа, да? Опа. Это ты? Ну да, это я. Окей. Что за динозавр? В натуре динозавр. О, боже мой. Я не ожидала, что ты появишься так скоро. Я не приняла душ, едва одета. Тут жуткий бедолам и... Привет? Привет. Я доктор Альфис, придворный ученый Асгора. Но я не одна из этих плохих ребят. А то я уже был готов тебя избить. На самом деле, сразу после того выхода из руин я... Не понял. Откуда ты знаешь про руины? Наблюдала за моим путешествием. Ясно, шпионка. За твоими сражениями, за твоей дружбой, за всем. Сперва я собиралась остановить тебя. Динозавр собирается остановить меня. Но наблюдение за кем-либо через экран заставляет меня... Оу, стоп. Заставляет тебя привязаться к ним. Итак, теперь я хочу помочь тебе внезапно. Используя свои знания, я легко проведу тебя через жарко-земье. Я знаю верный путь в замок Асгора. Никаких проблем. Ну, вообще-то, есть одна крохотная проблема. Какая? Давным-давно я создал робота по имени Метатон. Изначально я построил его как развлекательного робота. Знаешь, что-то вроде робота-телезвезды или типа того. В любом случае, недавно я решила сделать его более полезным. Ну, знаешь, просто пара мелких улучшений. Угу. Вроде, противочеловеческих боевых приспособлений. Пару улучшений. Против людей.
Конечно. Как только я увидела, что ты идешь, я сразу же решила. Я должна убрать эти улучшения. К несчастью, в процессе я, возможно, совсем немножко ошиблась. И... Теперь это невыдержимая машина убийств, жаждущая человеческой крови. Офигенно. Просто я счастлив. Со мной будет, наверное, сражаться эта бессмертная машина убийств, которая, может быть, принесет мне большие-пребольшие хлопоты. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Очень смешно. Хех. Но, надеюсь, мы не нарвемся на него. А, и сейчас такой врывается, да? Ты тоже это слышишь? Или мне показалось? Я угадал, это он, да? О, нет. Яркий экран. О, да. Добро пожаловать, красотульки. Мне уже страшно. Что это такое? На нашу викторину. Бог ты мой, чё наше шоу обещает быть горячим? О, блин. Терминатор, блин. А ну-ка, все вы, поприветствуйте нашего прекрасного участника. Первый раз у нас, дорогуша. Все просто, никаких проблем. Правило лишь одно. Отвечай верно. Или умри. Оу. Жесткие правила. Метатон атакует. Это что, битва, что ли? Что делать? Что делать? Оценить, кричать. Метатон атака 30, защита 250. Нифига себе. Его неуязвим... Стоп, металлический корпус сделает его неуязвимым для атак. Окей. Начнем с простого. Приз за правильный ответ. Пощада? О, нифига себе! Ты чё? Совсем опух. Приз в студию. Полное имя короля. Лорд Пушистик. Тюфяк, доктор Дружба, Асгард Дримур. Круто! Я ответил правильно. Викторина продолжается. Ну что, давайте покричим. Кричать запрещено правилами. Окей. Довольно о вас, поговорим обо мне. Из чего сделаны роботы? Надежды и мечты, ножницы, улитки, металлы, магия, сахар и специи. Металлы, магия, ну это логично. Просто для тебя, да. Давайте оценим. Еще один простой вопрос. Чего? Ты чего? Доброжная. Не рассчитывайте на победу. Сколько мух в этой банке? Да вы издеваетесь. Давайте ашечку. Нифига себе. Я наугад решил нажать. Так, стоп. А теперь давайте попробуем пощаду. Что за монстр? Это Фродит.
Ты чё, дебилушка, что ли? Ладно. Я на него так все потрачу. Чай, ваша скорость растет, вы установили 10 ОЗ. А сможете ли вы ответить на этот? Чмокнули бы было призрака? 40, ё-моё. Черт возьми, да? Черт возьми, да? Черт возьми, да? Черт возьми, да? А какой тут правильный? А? Чудесный ответ. Мне нравится. Мне тоже нравится. Офигеть просто. Морской чай. Вы выпили морской чай, ваша скорость растет. Вот еще простой. Сколько букв именно? Я не знаю. Ты задолбал. Терина продолжает, это он совсем офигел, Читерская какая-то викторина, блин. Тьфу. А теперь приступим к тяжелой артиллерии. Может, не надо? Какое любимое блюдо, мяу-мяу, в игре мяу-мяу, милашка-цолашка. Ой, я знаю, улиточное мужчина, еще это счастье. Это нужно для всех, кто любит, но оно из улиток выходит только одно. Я ни хера не вижу. Чё? Альфис. Ты же не помогаешь нашему участнику? Тебе следовало сказать мне. Я задам вопрос. Убедись, что точно знаешь ответ. На кого запала доктор Альфис? Не знаю. Наверное. Доктор Альфис запала на... Непознаваемое. Видите ли, Альфис верит, что существует некто отсюда. Некто, наблюдающий за ней. Кто-то, кого она считает милым, интересным. Алло, теоретическая особа. А доктор Альфис вас любит. Как жаль, что вы не существуете. Смех за кадром. Да и не смешно вообще-то. У нее своя вайфу есть, что сказать. Или, герой любимый. Хей, я закончил исследование насчет этого. Альтернативные реальности существуют. Я знал, что они существуют. Когда-нибудь, может быть, я встречу его. Ты сказала абсолютно то же самое. Умяу-мяу, милашка-целовашка. Господи, кто это название придумал? А я оставлю тебя в счастливом забвении. Некто, если ты нас слышишь, как насчет подать нам знак прямо сейчас? Это многое объясняет, не так ли? Так. Из-за того, что доктор Альфис подсказывает вам, да она вроде один раз подсказала, вы чё? Это не считается. Один раз не гондурас. У шоу нет драматической интриги. Мы не можем продолжать в таком духе. Но! Это был наш пилотный выпуск. Ну не надо только на каждом шагу его делать, Идти же по статиже. Дальше больше драмы. Больше романтики. Больше кровопролития. До следующего раза, дорогуша. Воу. Ты куда улетел-то? Что же, безусловно, это было что-то. Триндец. Зря вообще уступал на эту гору. Постой. Позволь мне отдать тебе мой номер. Тогда, возможно, если тебе понадобится помощь, я смогу... Вот, откуда у тебя этот телефон? Он древний? Мама дала. Экономим. С ним нельзя даже чатиться. Инстаграм, ВК, вот это вот все, да? Погоди секунду, пожалуйста. Окей. О, господи, что она там делала? Вот, я улучшила его для тебя. Теперь тут есть чат, инвентарь. Инвентарь.
Нихера себе. Мне бы такой телефон. Даже брелок есть. Это же зарегистрировало тебя в крупнейшей подземной соцсети. У-у-у-у. Вы что тут так развились-то? Теперь мы официально друзья. Хе-хе-хе-хе. Хех. Хех. Я пойду в уборную. Ага. Чё это такое? Оу. Ух ты. Опа. Отсылки. Отсылки. Из этой стороны машины капает розовая слизь. Это отсылки, ребят. Это отсылки. Я вижу отсылку, ё-моё. Пыльный. Похоже, что это рабочий стол Альфис. Вы видите? Смотрите, это пузикрем. Это пузикрем, ребята, это пузикрем. Ребятки-ребятульки, это пузикрем. Слоня Тюбис. Моя любимая игра. Все эти книги подписаны... Человеческая история. Давайте. Вы заглядываете в книгу, это комиксы. Жуткий андроид бежит в школу с тостом во рту. Похоже, он опаздывает. Не очередь. А, блин, очередь. Не очень правдоподобно. Ну, естественно. Все эти книги подписаны «Человеческая история». Давайте откроем. Заглядывайте в книгу. Это комиксы. Пара полуголых поваров бросают энергетические блины друг друг друга. Не очень правдоподобно. Ну, естественно, вы чё. Видеокассеты, DVD-диски с различными мультфильмами. Все они помечены как «Человеческая история». Все эти книги подписаны «Человеческая история». Откроем. Вы заглядываете в книгу. Это комикс об огромном роботе, сражающемся с красивой инопланетной принцессой. Почему неправдоподобно? Я верю в существование инопланетян, чего мне? Научные книги. Совсем запылились. Значит, комиксы... Это история, а это нет, да? Шкаф с одеждой забит грязными лабораторными халатами, единственными... чистым платьем. Единственным чистым. Здесь лежат письма от многих монстров. Фрогет, Снежок, Догго. Все они не открыты. Настольная лампа с розовыми рыбами на абажуре. Лампочки нет. Это что? Невероятное изобретение. Когда ее не используют, кровать складывается в очень легко рисуемый куб. Это промо-постер телепремьеры Метатонна. На обратной стороне написано «Спасибо за осуществление моей мечты». Ясненько. Погнали. Уйдем отсюда подальше. Она уже обмылась, все ясно. Идем отсюда далеко. Альфис обновила статус. Только дошло, что не смотрела битву Андайна Человека. Ты чё? Ну, я знаю, что она непобедимая. Спрошу её потом. Непобедимая? Да, конечно. Да ты заколебала! Сейчас надо позвонить человеку и помочь. Прикольная музыка. О, я могу ускоряться. Вулкин бодро шагает вам навстречу. Вулкан, типа, да? Действие вулкан. Воодушевить. Критиковать. Давайте воодушевим. Говорите Вулкину, что он проделывает отличную работу. Его атаки теперь смертельны. Ой-ой-ой. Ой, тихо. А! Вулкин куда-то маршрут вокруг вас. Он желтый, все, можем пощадить. Смертельные атаки. Позвоню через минуту. О-о-о. Мне кажется, глаза уже гипнотизируют.
что красиво. Красота. Прикольные спецэффекты. О. Опа, сохранёнка. Лязг шестерёнок, свист пары наполняют вас решимостью. Окей. Альфия обновила статус. Ненавижу телефон, не хочу делать это. ЛМАО. Это что такое? Ага, типа телепорт. Цундере план встает на пути. Ненарочно. Цундере. А, приблизиться. Но флиртовать вряд ли получится. Но не удивительно. О! Вьетнам! Тогда используем приблизиться. Вы приближаетесь к цундереплану, но не слишком близко. Человек. Ух ты, покраснела как. Ладно, мы уже знаем, что делать. Приблизиться. Вы приближаетесь к цундереплану, но не слишком близко. Пока. Победа. Все. Да, победа. Нифига себе. Это просто самолет. Че вы? Цундеры план вообще. Просто самолет какой-то. Даже на цундеры не похоже. А, это типа. Ясно. Че у нас там внизу? Реакция. Сковорода. Возьмете ли вы это? Что она делает? Вещи. Инфо. Перегревшая сковорода. Атака 10. Поврежденная. А повреждения довольно увесистые. Предметы лечат на 4 УЗ больше. О, вот это мне надо. Сковорода использовать. Ой. Вот это вот мне надо. Стоп, а там что? Ничего. Ладно. Вот так это работает. И вот так. Вот. ОМГ, не могу решиться позвонить уже 5 минут. ОМГ, я сделаю это. Я просто позвоню. Слушай, не долби мне мозги. Сброс вызова. Кто-то звонил, но сбросил до того, как вы смогли ответить. Звонок. Привет. Короче, синие лазеры, в смысле, это Альфис. Давай по существу. Синие лазеры не ранят тебя, если ты не будешь двигаться. Ага, то есть, ну, синий знак стоп и все такое. Оранжевый, тебе надо двигаться. Они не двигайся через них. Окей. Я понял тебя. АМГ сделал это. Когти так не тряслись еще с тех пор, как Андайн звонила спросить погоду. Так, вот на кого она. Попахивает нетрадиционной сексуальной ориентацией. Что ж, погнали. Да ты заколебал! Стоп, но здесь же нет погоды, зачем она тогда звонила? Все началось. На уровне с лазером. Переключатель. Нажмем, естественно. Лазеры выключены. О мой бог, я забыла сказать человеку, куда идти. Моя милая фотка. Это фото мусорки, где наложено несколько розовых блестящих фильтров. Это нынешнее время, ребят. Нынешнее время. Это Альфис. Северная дверь будет закрыта, пока ты не решишь головоломки справа и слева. Я считаю, с
сначала надо пойти направо. Угу. Давайте пойдем направо. Интересно, будет ли скучно, если я объясню? Окей, в чем заключается головоломка? Подбейте вражеский корабль. Двигайте ящики, чтобы выполнить миссию. Ага. Типа Star Conflict на минималках. Окей. А, у меня типа два заряда, да? В натуре Star Conflict на минималках. Ну что ж, погнали. Идем в следующее. Да куда? Ждем. Во. Звонок. О, непроходимый лазер. Альфис, здесь. Этот синий лазер кажется абсолютно непроходимым. Но, как у придворного ученого, у меня есть пара козырей в кармане. Ага. Я взломаю базу данных лазеров в жаркой зиме и отключу его. Хакер. А, у меня два выстрела, окей. А, легко. Я также на эсминец тащу. Погнали. Вау. Обожаю этот пиксельный звук. Так, Альфис обновила статус. Пофиг, я просто объясню. Уже поздно, дорогая Альфис. Я думаю... Эй, насчет головоломок слева и справа. Их легко объяснить, но... О, ты уже решил их? Круто! Вау. Ну-ка, что у нас тут? Звонок. Хей, как-то темновато здесь, не так ли? Не волнуйся. Я взломаю систему... Освещение, включу свет. О нет, что такое? Опять ты! Только давай не со своими вот этими вот штучками. О да. Добро пожаловать, красотули, на подземную премьеру кулинарного шоу. Готовим с роботом-убийцей. Как оригинально. Подогрейте свои плиты, ведь сегодня у нас особенный рецепт для вас. Сегодня мы печем торт. Из человечины, да? Мой любимый ассистент соберет необходимые ингредиенты. Аплодисменты, пожалуйста. Нам понадобится сахар, молоко и яйца. Принеси их, дорогуша. Вот они типа, да? Как-то изи. Окей. Идеально. Отличная работа, красотуля. Мы получили все необходимые ингредиенты, чтобы испечь торт. Молоко, сахар, яйца. О, нет. Один прекрасный момент. Как я мог забыть? Мы пропустили самый важный ингредиент. Человечно, да? Человеческую душу. Угадал, почти. А где двигаться? Звонок. Алло, я тут вроде как делом занят. Подожди-ка секунду. Не мог бы ты сделать... Не мог бы ты использовать... Не мог бы ты... То ну... Не мог бы ты сделать замену ингредиента в рецепте? Замену? В смысле, использовать другой нечеловеческий ингредиент? Зачем? Что если кто-то... Вегетарианец? Вегетарианец. Уф, ну, как бы... Блестящая идея, Альфис. Как ни странно, у меня нашлось решение прямо здесь. Здорово.
Везде пригодный вкусозаменитель человеческой души от МТТ. Кажется, где-то видел... Ладно. Банка, с которым находится вон на той стойке. Окей. Ну, дорогуша, почему бы тебе ее не взять? Тут подвох в чем-то. Я вам отвечаю, тут в чем-то подвох. Да себе. Кстати, наша программа идет строго по расписанию. Если не сможешь достать банку за одну минуту, то нам придется вернуться к изначальному плану. Жестко. Поэтому начинай забираться, красотуля. Как ты по воздуху поехал? О нет, у нас не хватит времени забраться. К счастью, у меня есть план. Когда я улучшала твой телефон, я добавила немного примочек. Здорово. И что за примочки? Видишь большую кнопку, где написано «Реактивная разница»? О-о-о, полетаем сейчас. Смотри. О-о-о, шкварчики. Вот. Тебе как раз должно хватить топлива, чтобы долететь. Теперь лети наверх. О-о-о. Орехи. А, это яйца. Ой-ой-ой. Мука, что ли? Молоко поехало. Ах ты, блин. Яйца. О. Здорово. Веселая музычка такая. Меня сейчас убьют. Веселая музыка. Ой. Ой-ой-ой. Сложно. Ой-ой-ой. Тихо. Я долетел. Ну и ну. Я рада за. Похоже, ты превзошел меня. Но только лишь потому, что тебе помогла выдающаяся от доктор Альфис. Ох, дурно. Даже при мысли о том, что бы случилось с тобой, если бы не она. Что ж, покеда. И да, насчет замены. Разве вы не видели кулинарных шоу до этого? Я уже испек торт до начала шоу, так что забудьте об этом. Так вот к чему все это шло. Звонок. Ого, у нас получилось. У нас правда получилось. Отличная работа, команда. Что ж, в любом случае, продолжим идти вперед. Окей, погнали. Воу. Аж мурашки по телу пошли. Заглядев вдалеке контуры зловещего здания, вы наполняетесь решимостью, как без этого. Ну что ж, уже пришло время прощаться. С вами был Киря Кек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. Ну что ж, всем спасибо, все свободны.